Еще одна куколка тоже с крылышками. Она, я так поняла, что вот эти крылышки, они очень большие, можно прятать в хвостик. То есть вот здесь вот такая вот есть штучка, отсек такой. И если одеть вот этот вот хвостик, то будет, наверное, как русалка. Потому что очень похоже. Здесь еще также есть кнопочка вот спереди. Кнопочка не знаю для чего. Ничего не происходит. Реснички тоже вот нарощенные, очень красивые. А волосики здесь в лаке есть немножко. Такие жестковатые. Само тело у нее тоже все в различных узорах. А на ножках вот есть потертости на узорах. Ножки у нее не пластиковые. Здесь вот еще есть какая-то такая вмятинка. И вот сама вот эта ее юбочка-хвостик одевается. Можно снять или одеть. Получается русалочка такая.